Есть в нашем районе имена, которые золотыми буквами вписаны в книгу истории. Одно из них – имя героя труда Кубани Алексея Ивановича Губенко, беззаветного труженика и прекрасного человека. Благодарная людская память сохраняет его имя, чтобы брать с него пример. На аллее трудовой славы сад гиганта открыт бронзовый бюст героя. Осенняя непогода, дождь вперемешку со снегом не помешала собраться на аллее трудовой славы родным и близким легендарного труженика. Пришли сюда представители местных властей, сотрудники сад-гиганта, школьники. Пришли, чтобы еще раз вспомнить, как жил и работал Алексей Иванович Губенко. Скромный человек, но свою работу знал, и является он гордостью не только нашего хозяйства, но нашего района и края. На таких равняться можно. Поэтому память об Алексее Ивановиче мы всегда обязаны сохранять. Алексей Губенко для развития кубанского садоводства сделал очень многое. Его вклад оценен по достоинству. Он награжден высшей наградой нашего края. Человек, любя свою профессию, любя свою землю, сад, родину, он добивался этих результатов. И это вам, ребята, вот большой пример назидания. Хочу выразить слова благодарности руководству агрофирмы, которая ведет эту патриотическую работу. Самые добрые слова в его адрес сказали представители руководства сад-гиганта прибрежного сельского поселения. Затем состоялось открытие бронзового бюста. Среди почетных гостей жена героя труда Клавдия Михайловна Губенко. Она благодарна, что память о ее муже сохраняется. Я благодарю организаторов, которые открыли бюст моему мужу. Он достоин этого. Он был очень хорошим мужем, хорошим семьянином. Живые цветы ложатся к подножию памятника как дань уважения и признательности за все, сделанное Алексеем Губенко для благославенцев. Молодежь видит в таких людях, как он, хороший жизненный пример. Это был прекрасный человек, труженик, и мы должны на него равняться. Губенко Алексей Иванович очень хороший человек. Он помогал развитию Кубани и района, и мы должны помнить о нем и гордиться им. Трудолюбие, настоящая любовь к своей профессии, мастерство, душевная щедрость – все это отличало Алексея Ивановича Губенко. И теперь каждый, кто придет в аллею трудовой славы, вспомнит об этом замечательном труженике и его добрых делах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».